Здорово, ребят. Это видео. Это видео для тех, кто. Ну так не мешай дальше. Это видео для тех, кто проходил онлайн-тренинг. И, собственно, два момента таких организационных. Первое, это. Ну, я понимаю, там праздники майские и так далее, но мне нужны ваши видеоотзывы, ребят. Конечно, там не все хотят рисоваться, как говорится, там шифруются. Мы не хотим, чтобы меня видели. Но, парни, такая просьба. Те, кто доволен тренингом, а насколько я понимаю, у вас как минимум, наверное, человек 50 или 70, да? Вот. А то и больше. У меня такая просьба. Ну, кто-то уже прислал видеоотзывы. Вам спасибо большое, ребят. Кто не прислал, буду просто огромнейше вам благодарен, если вы пришлете какие-то видеоотзывы, в которых расскажете вообще ваши переживания по этому поводу, что было, как для вас проходил тренинг, что, какие ощущения сейчас там и так далее. Что получилось, что не получилось. То есть вот, ну, людям в дальнейшем это будет интересно. Это первое. Второй момент по поводу Питера. Короче, ребята, 24 мая я буду в Питере. Я буду проводить аналогичный разгон, как в Москве, вот этот двухдневный, который будет еще 16-17. Только там будет однодневный разгон, продолжительность целый день. То есть в зависимости от количества людей, пришедших, ну, буду проводить его один, сделаю так, чтобы каждому человеку хватило времени и внимания. Поэтому столько времени, сколько потребуется, столько и будем заниматься. Рассчитывайте на целый день. То есть, значит, воскресенье, 24 мая, я у вас в Петербурге, ребята, для тех, кто проходил онлайн, с вами будем заниматься практикой. Вот. По поводу условий, по поводу стоимости. Под видео есть телефон. Звоните, записывайтесь, ребят. Записывайтесь и спрашивайте все, что вас интересует. Как-то так. То есть вот что я хотел сказать. Итак, значит, еще раз повторюсь. Основной посыл видео — это сказать, что в Петербурге я буду 24 числа. И второй момент, что я от вас жду видеоотзывы, ребята, мне будет очень приятно. С меня какая-то вкусняха, я вам уже обещал вкусняху, поэтому давайте, присылайте на почту. Почта тоже будет указана под видео. Счастливо.